Всем привет! Это корейская студентка Цереш. Я кореянка, изучала русский 4 года в Корее. Сегодня я хочу дать вам корейские имена. В прошлом видео я рассказала вам, что если вы пришлете ваше фото и сообщение мне, то я выберу несколько людей и дам вам имена. И в тот день пришел. Я выбрала 8 людей. Я и порекомендую красивые и модные имена, чтобы и другие люди, которых не выбрали, тоже смогут дать себе имена. Как я выбрала людей? Я выбрала людей, у которых имена похожи на корейские, у которых имена редкие, необычные. И я тоже выбрала их, если я сразу вспоминала подходящее корейское имя. Давай начнем. Поехали! Во-первых, Ивина Дарья Евгеньевна. Ее зовут Дарья, сокращение Даша. Звучит очень-очень мило по-корейски. Но Дарья по-корейски означает «это ноги». Это ноги. Господи, поэтому я не могла не выбрать его. И когда я увидела ее фото, я сразу вспомнила подходящее имя. Ынди. Ынди. Она мечтает стать айдолом в Корее, поэтому я думаю, что оно подходит ей, потому что оно очень нежное и милое имя. Почти 10 лет назад у меня в школе была подруга, которая отлично танцует, и ее звали Инди. Поэтому вам подойдет это имя Инди. Во-вторых, Диана Нанава Печикова. Она мечтает стать дизайнером ландшафта или интерьера. Это очень-очень классно. Ее зовут Диана, и у нас есть имя, похожее на него. Тян. Тян. Диана Тян. И Тян – это в эти дни самое популярное корейское женское имя. Это очень модное имя. Ей очень подойдет оно. Тян. Если вас зовут Диана, то выбирайте его Тян. Тян. По-третьих, Айлина Айдаровна Гаделшина. Я впервые слышу такое имя, Айлин. Это очень-очень красиво, Айлин. Поэтому выбрала ее, и она мечтает работать в полиции. Молодец, молодец, молодец. У нас в корейском языке очень много имен, которые начинают с буквы ИН, А. Например, Арин, Айон, Айон. А я сконцентрировалась на части Элин. Из Айлина. У нас есть похожее имя. Ерин. 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 Это очень красивое имя. Она сказала, что любит детективные сериалы. Мне кажется, Ерин – это имя как-то мистическое и красивое, поэтому ей очень подойдет это имя. Ерин. Если вы большой фанат Гарри Поттера, или вы просто любите детективный, то выбирайте его. Ерин. Это очень красивое имя. В-четвертых, Элза Тухпиева Илнуровна. Я не знала, что в жизни есть имя Элза. Думала, что оно существует только в фильме «Холодное сердце». Я не знала, что в жизни тоже живут Элзы. Элзы. И Элза – это очень красивое имя. И когда я впервые увидела ее фото, я думала, что она выглядит очень умно и весело. И я придумала имя Ена. Ена. Я лично в жизни знаю двух Ена, и они просто умные. Они гении. Поэтому ей очень идет это имя. Если вы занимаетесь усердно или вы очень умные, выбирайте его. Ена. 5. Ксения Сергеевна Бугаева. Я люблю имя Ксения, Ксюша. Это как-то очень интересное, необычное имя для корейцев. А у нас есть похожее имя Сена. 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 Только без буквы К. Сена. Это редкое имя. Очень редкое. Она сказала, что она хочет стать художником и любит петь. И Сена — это такое чувство, как будто это имя артистов. Поэтому оно подойдет ей. Если вы хотите стать певицей или художником, Сена – это очень красивое и редкое имя. 6. Кузовава Татьяна
Васильевна. Татьяна. Татьяна. У нас в корейском языке очень мало женских имен, которые начинаются с буквы Т. Тигр. Т. Но у нас очень много имен мужских, которые начинаются с буквы Т. Например, Тэхёнг, Тэхён, Тэхон, Тэджун и так далее. А у вас в русском языке есть Татьяна, Таня, Тоня. А мужское имя? Не уверена, не знаю. Я для Татьяны придумала имя Тэн. 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 Это имя корейской известной певицы. Думаю, что это имя очень милое и красивое. Она мечтает стать экологом. Если вы предпочитаете бесполое имя, то Тэн тоже очень красивое. Думаю, что Тэн это будет тоже хорошо. Оба очень милые и красивые имена. Всем, Ярославна, Минеева, Иосифовна. Мне кажется, Ярославна звучит как настоящее русское имя. Я впервые слышала Ярославна. Для корейцев это имя очень очаровательное и интересное. А у нас нет имен, которые начинают с буквы Я. Я. Это считается странно, если имя начинается с буквы Я. Потому что Я по-корейски значит ты. Ты. Я. Я. Так. Я для Ярославны придумала красивое имя. Это Есель. Есель. Ярославна Есель. Такое чувство, как будто девушки Есель очень красивые и все следуют за ней. И у нас в Корее есть очень-очень популярная актриса Хан Есель. И говорят, что она похожа на великолепную кошку. Да. Есель – это имя великолепное. Выбирайте его. 8. Ирма. Ирма. Она сказала только ее имя, не фамилии, не отчество. Ирма. Для меня это было странно, потому что у нас есть слово Ирм. Ирм. Это значит имя. Вас зовут Ирма. Поэтому это было чуть-чуть странно. Я не могла не выбрать ее. И я придумала для нее красивое имя. Арм. 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 Ирма. Арм – это очень красивое и редкое имя. Оно подойдет ей, потому что имя Арм напоминает девушку спокойную и мирную. И она так выглядит. Поэтому ей подойдет. И если вы чуть-чуть тихий или просто любите читать книгу и слушать музыку, то вам подойдет имя Арм. Арм. Вот сегодня я дала вам корейские имена. Надеюсь, вам понравилось. И извините за то, что я выбрала только 8 людей. Это потому, что очень-очень-очень много людей пришли мне сообщения, но я не могла сделать все имена. А если это видео станет популярным, то я вернусь с второй частью. Надеюсь, чтобы я помогла вам дать себе корейские имена. Подписывайтесь, пожалуйста, поставьте лайк и добро пожаловать в мой инстаграм и ВКонтакте. Это была Череш. Пока. Пока.